нас сегодня ветрено, минус 5. Не тает, слава богу. Все, вон белый скулит, гулять надо с ним идти. Сегодня так, надо, что нам сегодня сделать? Поставить пшеницу на замачивание, замочить пшеницу. Потом подсыпать в кормушки, птичкам в кормушке семечек подсыпать немного. Всем насыпать какого-то комбикорма. У всех все проверить, чтобы у всех снег был. Ну, кроме больших фазанов, которые в теплице, им надо снега кинуть. Ну, думаю, и еще сегодня можно, наверное, поделаем немного. По частям все будем снимать какого-то корыта для фазанов. Будем делать по частям. Ну, в принципе, все. Ладно, поехали. Потом ставлю видео, как бы понаблюдаем за ними. А сейчас отправляемся к малым фазанам. Вон мне бегает. Сейчас посыпем корма им и снега еще. Насыпем еще снега как минимум. Насыпали снега, стрелькуем, кинули, чтобы клевали. А то недавно плюсы вот вчера, позавчера были хорошие, что все таяло. Вон они мои фазанчики, красавцы. Красавец фазан, красавец фазанчик. Купаться они очень любят в песке. В песке, земле, вон, роются постоянно. А? Фазаны. Белый тявкает. Почуял свежее мясо. Ой. Все, ладно. Пойдем домой. Сейчас еще к другим фазанам проверим так быстренько, что у них там. Пойдем домой проращивать пшеницу. Еще покажу, как эти, которые я насыпал кормушки птицам семечек. Посмотрим, как они едят. Ко мне еще сегодня дубонос прилетал, так что вам тоже сегодня покажу. Впервые давно, кстати, их не было с прошлого года.
Ну ладно, пойдем. Ну вот мы уже валили фазанятники большими фазанами. Я уже начал сыпать комбикорм, подсыпать. Не почти закончился. Хватило бы на дня 3 примерно еще. Так вот, с запасами подсыпем. Пускай едят. Комбикорм у меня вот в таких мешках, как и в теплице с другими фазанами. Фляжках вот таких вот. В таких фляжках. Давай. Ну что, пойдем проращивать пшеницу. И еще хочу показать, как я делаю корыто. Вот такое вот хочу еще сюда сделать для комбикорма. Маленькое, которое я вам сейчас буду показывать, как я делаю. Сделаю для угля, ракушки всякой, но у меня тут уже в комбикорме присутствует ракушка. А потом пойдем замочим пшеницу. Потом вам буду поэтапно показывать, как она прорастает. Комбикорма им будет, а вот эту вот с полином маленького я сделаю из для этого. Налили воды, пшеницу туда спальнули где-то 200-250 грамм. И так на 12 часов, ну лучше, конечно, если на 24 часа поставить на замочку пшеницу. А потом пошагово я вам расскажу в следующих видео, что как с ней все происходит. Я хотел вам рассказать, показать, как проходит сегодня мой день. Ну, практически каждый день так и проходит. Вон, белая тявка идет гулять хочет. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если, конечно, вам понравилось это видео. Можете, конечно, и не ставить, я не настаиваю. Ну, кому понравилось, кто хочет дальше мои видео смотреть, ставьте лайки. Хочется малиновых губ, хочется рябиновых бус, чтоб стоял бревенчатый сруб, и вода сластила на вкус. Чтобы не крутили дела, чтобы не будили звонки, чтобы встать, в чем мать родила, из порога в лес напрямки. Чтоб по леву руку сосна, а по праву руку ольха, чтобы за зимою весна, да гармонь тянула меха.
чтоб не унывали с тоски, не ломали дров сгоряча, чтоб твоя щека у щеки и твое плечо у плеча мне на